Решение создать городское объединение профсоюзов было принято на собрании городского профсоюзного актива председателей правкомов крупных предприятий и организаций Бреста 9 января текущего года. А уже через пару недель, 27 января, представители Федерации профсоюзов Беларуси вручили председателю городского объединения профсоюзов Мячеславу Мельничуку флаг – символ солидарности и дела на благо жителей города, который был торжественно представлен присутствующим. Сегодня на вновь созданную структуру возложена большая ответственность и намечены основные пути работы. Выстроена вертикаль профсоюзная до уровня районов и городов с целью для того, чтобы объединить действия профсоюзных организаций, консолидировать, проводить общие мероприятия, вырабатывать какую-то позицию, доносить эту позицию до Федерации профсоюзов, до местных властей и решать те проблемы, которые сегодня существуют в городе. Сегодня основная задача городского объединения профсоюзов – защита трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся, в том числе при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых разногласий. В этот список традиционно входит решение вопросов по зарплате, занятости, обеспечению минимальных гарантий, положенных по закону. Особый пункт в политике профсоюзов – эффективное взаимодействие с исполнительной властью, обсуждение решения актуальных проблем, которые сегодня возникают у горожан. Мы очень поддерживаем создание этой организации, поддерживаем ее эффективную работу для того, чтобы и вопросы коллективных договоров, и вопросы выплаты заработной платы, и вопросы решения бытовых различных проблем можно было решать централизованно, эффективно и, наверное, достаточно оперативно для того, чтобы наши люди чувствовали заботу и со стороны власти, и со стороны профсоюза в том числе. Ввиду 70-летия Великой Победы, работа по поддержке ветеранов, восстановлению и благоустройству памятных мест – одна из главных задач профсоюзной организации в этом году. Уже совсем скоро на одном из таких объектов, месте захоронения советских воинов, погибших на немецком лагере «Ревир», будет проведен субботник силами специализированных организаций города под руководством Брестского горисполкома. Данная акция еще раз подтверждает девизы работы городского объединения профсоюзов – не вместо, а вместе.